Блажен, кто смог бы вновь, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизнь и холод цветами вытопить умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат. Тут было, однако, свет столицы, и знать, и моды образцы, везде встречали лица, необходимые глупцы, тут были дамы пожилые, в чепцах и в розах, с виду злые, тут было несколько лиц, не улыбающихся лиц, тут был посланник, говоривший о государственных делах, тут был в душистых стенах, старик, поставил шутивший, отменно долго и умно, что нынче несколько смешно. Тут был же эпиграммы падки на все сердитый господин. Вначале хозяйский слишком сладкий, на плоский стан, на тон мужчин, на тонкий пророман туманный, на ветер, пусть сестрицам данный, на ложу навод, на войну, на снег и на свою жену. Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей, на упоительной Русине, Европы бабы, Орфеи. Не в дневной критике суровой, вот вечно тот же, вечно новый, вот звуки бьет. Они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые, все в ней в бабе любви, как зашипевшего АИ. Струя и брызги золотые, но, господа, освоен мной с вином равнять горы и соли. Горы и соли. Довольно, встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Оливия, помните тот час, когда в саду болели нас судьба смыла, и так смиренно урок ваш выслушал я. Сегодня очередь моя. Онегин, я дорожу, я лучше даже сонна, и я любила вас, что все сможем я. Какой ответ, кому суровость, не правда вам была немость, смиренный девочный любовь, а нынче Боже сны кровь. Поговори, волшебница, ты сердце чаруешь нам, из наслаждений жизни одной любви. Музыка уступает, но и любовь, мелодия. Какие звуки, сколько в них души, а чьи слова? Лаура? Дон Гуана? Что? Дон Гуан? Их сочинил когда-то мой верный друг, мой верный любовник. Александр Пушкин отправлен в только что открытый Царскосельский лицей, рядом с резиденцией русских царей. Образование, полученное в лицее, приравнивалось к высшему. Три человека из первого выпуска стали впоследствии декабристами. В июне 1817 года Пушкин выпущен из лицея в чине коллежского секретаря и был определен в коллегию иностранных дел. Поэт всю жизнь беззаветно служил идеалам лицейской дружбы и прекрасному дню осени, 19 октября. Роняет лес багряный сургон, серебрит мороз, увядавшее поле, проверяет день, как будто бы неволей скроется за края кружного двора. Бывай, камин, в моей пустынной келье, а ты вино, осенний стужи, друг,
пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет, с кем долгую забивку я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых много лет. Я пью один, вообще воображение вокруг меня товарищи дает, знакомое неслышное движение, ни милого душа моя не ждет. Я пью один, и напрягав не вы, меня друзья сегодня и минуту, но многие, и там из вас берут, еще кого не досчитались вы, кто изменил пленительные привычки, кого от вас увлек холодный свет, чей глаз умолк на братской перекличке, кто не пришел, кого лишь над вами нет. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделим вечен, неколебим, свободен и обеспечен. Срастался он под сенью дружных муз, куда бы нас не бросила судьбина, и счастье куда бы не повело. Все те же мы, нам целый мир, чужбина, отечество нам царское. Один Булгарин подал за юзависку, как политический донос. Нечто от царскосельском лицее и о духе